На территории Жатинского района задержан 48-летний местный житель, ранее судимый, который занимался раскопками оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Информация о том, что один из жителей Жатинского района торгует порохом, была проверена. Следующим этапом работы оперативников стало задержание. На место возможного сбыта пороха приехала группа ОМОНа. Немного выждав и удостоверившись, что незаконная сделка совершена, оперативники провели задержание. Руки за. Давай. Да вот Миша. Да, Миш. Спокойно. Уже в машине задержанный сообщил, что именно он продал подставным покупателям. Сейчас что делать? С кем встречался? Ну, с ребятами. По поводу. Значит, он жетон у меня в кармане. Это есть. Там в этом пакетике. А ребятам что было? Порох у меня раньше был, Барс. Все понял. Да, я отдал его. То есть продал? Ну да. Все понял. За сколько продал? За 1000. Каких-то конкретных пояснений по местам сбыта похищенного, значит, у этого человека не удалось пояснить. Вместе с тем, исходя из опросов, значит, той информации, которая у нас имеется, ему было все равно, значит, куда сбывать, значит, и, соответственно, какие последствия будут в дальнейшем от воздействия вот этих предметов и веществ. Позже в доме задержанного оперативники обнаружили 5,2 килограмма тротиловой смеси, которая была оформлена в 2 самодельных взрывных устройства. Подпольный мини-завод «Порох Селитра» – вот чем занимался в свободное время подозреваемый. Также в доме задержанного гражданина был обнаружен металлоискатель, с помощью которого он и находил оружие времен войны. Задержанного ознакомили с постановлением об аресте, предъявив ему совершение преступлений по ряду статей Уголовного кодекса. Сейчас в отношении задержанного проходят следственные мероприятия. Взрывчатку изъяли. Кто знает, сколько возможных жертв удалось избежать благодаря своевременной реакции правоохранительных органов. Работа оперативно-розыскной части будет продолжена по выявлению лиц, значит, мест хранения и сбыта взрывных устройств, взрывных веществ, в том числе, которые осуществляют раскопки, лица, которые осуществляют раскопки, значит, со времен Великой Отечественной войны. Игорь Мирчук, Владимир Родин, события, Жрятинский район, Брянск.